Приветствую вас, друзья. Многие мастера по каким-то причинам отказываются делать эпоксидную затирку, тем самым лишая себя заработка, заказчика, качественных, долговечных и идеальных швов. Поэтому показываю наглядно все в детальных подробностях за одну минуту. После того, как вы смешали по инструкции два компонента затирки и затерли швы, делаем мыльный раствор. Он должен быть обязательно прозрачным и с приятным запахом. Примерно через 5-10 минут после нанесения затирки наносим мыльный раствор на швы и пальцами приглаживаем, формируя их, и заодно убираем излишки затирки с фаски плитки. Еще через 5-10 минут с помощью очистителя следов от эпоксидной затирки и качественной салфетки, которая не оставляет ворсинки и не выделяет цвет, круговыми движениями убираем все следы затирки. Если у вас качественное средство для очистки следов смолы и вы помыли плитку сразу, то на следующий день уже не надо возвращаться к этому. Не стесняйтесь работать с эпоксидкой, делайте это правильно и зарабатывайте кучу денег. Всем удачи и пока!